Потяжелее, конечно, играть, потому что, наверное, не до конца успели еще восстановиться. А так, в принципе, неплохо. А что произошло во втором периоде, когда вдруг с 1-0, 1-2 появилось? Ошиблись, и глупые ошибки будем разбирать. Так что так быстро игра поменялась, потом пришлось еще больше сил тратить, чтобы вывести ее на нормальных. Вот, в принципе, то, как выходили из этой ситуации, и то, как вот ты забил свой гол, собственно, это похоже, когда ты, то есть, освободившись от опеки, на физике, да, на силе продавить, запихать эту шайбу туда, собственно, так это все и случилось? Ну да, получилось забить, ничего такого прям глобального, вылез. Вообще, как сейчас считаешь, команда набирает ход к началу сезона? Ну, конечно, с каждой игрой и физически легче, и тактически более-менее уже знаем, что от нас требует и что мы должны делать в той или иной ситуации. А, собственно, ваше звено, насколько устоялось уже, как считаешь? Работаем над этим. Ну, 2 дня подряд, конечно же, тяжеловато играть, но тренерский штаб сделал выводы, и утренняя раскатка была, как сказать, по-модному лайтовая. Так что... Нормально все. В нормальном росте прошла игра. Собственно, когда вели в счете, и все было спокойно, но вдруг ситуация перевернулась, за счет чего получилось вырулить? Ну, еще раз повторюсь, каждый раз говорю, что у нас нападающие мастера забивают голы, они очень нужны. Это придает уверенности всей команде. 1-2 гола забили, все взбодрились и поперли. А сейчас вот тот состав, который уже наигрывается, это все-таки, как считаешь, тот, что начнет сезон? И, собственно, та игра, которую мы сейчас видим, это та игра, которую мы будем видеть с 22-го? Ну, как главный тренер Андрей Владимирович говорит, что да, это приближенный к стартовому составу на сезон на данный момент. Вообще у тебя лично есть ли какое-то предвкушение начала сезона или уже за этими играми не успеваешь ничего почувствовать? Ну, однозначно с этой предсезонкой уже соскучился по хоккею, уже охота играть. А все-таки, да, есть разница, да, все-таки вот этот летний, так называемый, хоккей, и все-таки то, что начнется с 22-го, это будет уже иначе? Да, совершенно другой настрой уже, предвкушение нового сезона.